забьем гвозди в палубу. И, может быть, сейчас попробуем в днище забить. Здесь нет баллонов, и поэтому корпус не боится проколов, ударов. Ну, вот я, допустим, выберу вот здесь вот это место и забьем гвоздик. Видите, корпус не сдувается, не лопается, не рвется. Попробуем сюда забить куда-нибудь. Вот и будем так ездить.